мог. Дяди. Дядика. Пойдем. Дядя. Всех перечислила. Полину крестим сегодня. Здравствуйте, мои дорогие. Знакомим с храмом. Горит, да. О, оп, да. Дядика. Да, еще кто там? Еще кто стоит? Мама, да. Баба-мама. Ой, как пахнет. Ой, хорошо, да. Ой, ты моя красавица. Боимся, плакать сейчас будет. К батюшке подошла. Он говорит, как зовут тебя? Она головку опустила. Сразу смущалась. Сиди-ка, бухой. Научили ее. Туда не надо, не ходи. Там нельзя девочкам ходить туда, да. Пойдем, пошли. Дядя. Еще дядя. Пойдем, Полина. Сейчас будем слушать батюшку. Вокруг храма прошли, все цветочки понюхали с ней. Праздник у нас сегодня, ребят, праздник. Я не буду нам показывать крещение, все, как бы неуместно. Да, улыбайся. Пока радостная, не знаем, что нас ждет. Ну ладно, пока-пока на этом. Все, покрестили Полинку. Накрываю в доме, потому что на улице прям вообще какой-то холод, откуда взялся, непонятно. Так, с утра было хорошо, тепло сейчас. И мы решили дом, потому что, во-первых, я еще прибавила, во-вторых, Полинку там накупали. Ну, поплакала немножко. Так все хорошо. Да. На берег? Да. Вот это было счастье. Я сразу понял. Куда пойдешь-то? И куда идешь? К бабуле? Ко мне идешь? Я работаю. А, Да. Да? Ты ко мне идешь? Да. Да. У кого сегодня праздник? Покажи крестик. Бибика. 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 Давай спрячем. Она Циолковска. Ну, это баррикадная. Но недалеко от нашего общего рухоза. Да. Полина, там... Давайте. Как сказал Шариков, за то, что мы все. Уже тосты кончились? Да. Давайте скажите. Говорите. И дедушка даже придавил на педальку ради этого дела. Гонщик, блин. Это событие мы ждали очень долго. И мы очень рады, что оно наступило, что Полина у нас приняла сегодня таинство крещения. Вот, мы желаем всем родителям, бабке, Полине самой, конечно же, прежде всего здоровья. И чтобы она была воцерклённый человек. Нужно идти с верой по жизни. Это помогает. И я хочу, что мы, как бы сказать, очень рады, что на ее крестили, и у нее появился ангел-хранитель. Это нужно каждому человеку по жизни. Не смотри на меня, пожалуйста. Я желаю всем здоровья, крестным и крестной, как бы теперь уже на протяжении всей жизни вы являетесь уже вторыми родителями, ответственны за Полину. Так что... Ну, всего доброго, и чтобы вот все мы родные, да, как бы собирались, вот правильно сказал Павел, что только по хорошим праздникам, по радостным праздникам, вот, и как бы, чтобы мы поддерживали друг друга всегда, вот. Полина. Это может у меня уже как бы, наверное, и радовались. Да, и радовались. Полина нас чтобы радовала. Да. Вот, так что за нас все, это очень. Все, мои дорогие, разошлись гости. Полина с родителями уехала домой. В общем, как-то так. Все убрали.
Все перемыли. Чистота. И на душе. А Полина сегодня, знаете, многие не верят вообще. Да и у нас есть такие, не верят, которые, да. Ну вот сегодня, вот она, в последнее время очень плохо спала она. Ночью проспала, вскрикивала, днем спала, вскрикивала. А вот после крещения, после молитв, она приехала, поиграла здесь, еще пообедала и уснула на почти 4 часа, проспала спокойно. Ни раз не проспалась, в соседней комнате ее положили, но мы тут говорили громко, ну, вы сами знаете, да, как бы празднуют взрослые люди, тут и громко, и то стукаются, то гребим посудой. Не проснулась, спала крепко-крепко. Так что слова Лены Васильевны, очень хорошая, она пожелала пожелания. Вторая бабушка Полины хорошо сказала. В общем, вот так, ребят, у нас сегодня был праздник. Вот такое какое-то такое видео получилось у меня. Как говорится, ни о чем, да. Ну, я с вами поделилась нашей радостью. Поэтому не судите строго. Спасибо вам. Вы, не знаю, будете... Некоторые из вас будут писать поздравления. Большое вам спасибо. Заранее говорю. Благодарна вам. Пока-пока.